Маткульт, привет! Очень интересно. Всегда я тот визит помню. Вот полгода я открыл зиму вам. Теперь буду закрывать. Да? Я приехал в первый день зимы. Сургуч я никогда в жизни не ставил. Никогда. Я всегда видел, я никогда не представлял себе, что это такое. Ну, то есть, я мог, конечно, домыслить, что это что-то жидкое, что становится твердым. Но вот как это реально устроено, я увидел первый раз. Да. Костюмы, да. Наверное, 12-й все-таки. Самый-самый, да. Впечатляет, да. Очень впечатляет. Трудно это описать словами. История. Великое место. Это очень интересно. Ну, в принципе, во многих местах такое есть. То есть на выносе строится академгородок, например, да, какой-нибудь. То есть это, в принципе, это вполне рабочая система. То есть для того, чтобы сосредоточиться на науке, нужно, чтобы вокруг не было слишком много достопримечательностей, иначе они будут отвлекать. Поэтому это нормально, вынести город, научный наукоград, как бы куда-нибудь. Но при этом, если ты устал ботать, ты несколько километров проехал и ходишь по старинному городу с великой историей. То есть это идея хорошая. В этот раз меня попросили рассказать про теорию игр. Теория игр — такая наука, которая изучает поведение людей. Поведение людей непредсказуемо, хаотично, да, какая может быть наука. Но все-таки некоторые элементы науки там есть, и математические модели, которые мы строим, они дают определенный взгляд под некоторым углом. Другой угол психологический, там еще социологический есть угол. Все эти углы зрения важны. Вот я буду рассказывать про математические углы зрения на поведение людей. Называется теория игр. Как обычно, надеюсь, что будет много слушателей, которые будут искренне интересоваться этим предметом. Я думаю, что да. Ну, тем, кто никогда не заглядывал в мои лекции по теории игр, тем открою. Общение не заменяет никакое дистанционное образование. Но если можно лично, конечно, лучше лично, да? Поэтому я и езжу. Меня спрашивают, что ты ездишь по городам? Сиди, пиши ролики. У тебя каждый ролик 10 тысяч просмотров, там, минимум, более-менее. А сколько ты в аудитории собираешь? Там, 50 человек, 100, ну, может, 200. Как можно это сравнить? Как можно сравнить формат, в котором ты просто где-то вещал, и тебя потом посмотрели, с форматом личного, непосредственного общения лицом к лицу? Все, что я делаю в интернет, я делаю для тех, кто не смог побывать у меня на лекции. Интернет-лекции важны, но гораздо менее важны, чем очные. Поэтому я и езжу. Конечно, конечно, неожиданно попасть в какую-то ситуацию неловкую, да. Даже, кстати, на вебинаре, который ведется с обратной связью, ты не отвертишься, вот тебе задают вопрос. Ну и сиди, и вот стой, отвечай. Смотри, какая вероятность на одном билете. А какая вероятность на одном билете? Не знаю. Это зависит от лотереи.